Баталии среди пожарных официально называются смотром-конкурсом названия «Лучшее звено газодымозащитной службы» и «Лучший газодымозащитник». Участвует 16 команд. Это все подразделения Государственной и Федеральной противопожарной службы Бурятии, имеющие на вооружении средства индивидуальной защиты органов дыхания. Пожарные сдают теорию и практику. Кроме сбивания мишени, в задачу соревнующихся входит и преодоление огневой полосы, поиск пострадавшего в дымокамере на время, эвакуация пострадавшего с помощью вязок двойной спасательной петли, боевое развертывание. Хорошее впечатление, организованность нормальная. Тяжело, конечно, в такую жару бегать. Так, все нормально. Спасибо. Ну как считаете, задачи справились? Ну слабенько, конечно, на троечку. Во время выполнения упражнений за любые ошибки команду штрафуют на баллы. Все, что неправильно или не своевременно выполнено, все дальше отдаляет от победы. Сильное задымление. Идешь, получается, почти что на ощупь. Но у вас что сейчас получилось, что не получилось, на ваш взгляд? Эмоции? Просто заблудились. Мы найти-то пострадавшего быстро нашли, а вот потом в планировке просто запутались, обратно как выходить. В прошлом году лучшей на традиционном смотре конкурсе стала команда пожарной части номер 2. Зачастую, по словам организаторов, качественную подготовку показывают городские пожарные. Но районы в последнее время все чаще входят в тройку призеров. Ну, вообще наш смотр-конкурс проводится в целях выявления, естественно, лучшего звена, лучшего газозащитника и совершенствования навыков действий пожарных спасателей к действиям в экстремальных ситуациях, повышение эффективности их работы, слаженности. В этих баталиях, как и прежде, по сумме набранных баллов, команду победителей ждет переходящий кубок, денежная премия, а также слава и почет. Дмитрий Гамбоев, Илья Зиновьев, новости дня.